И в продолжении темы уже сегодня в том же Киевском райсуде прошло первое заседание по обвинению в служебной халатности экс-начальника Киевского отдела ГСЧС Валерия Дяченко. Прокуратура настаивает на отстранении его от должности и меры пресечения в виде домашнего ареста. Обвинение вновь напоминает, Валерий Дяченко несет прямую ответственность за трагедию. Он был в курсе проведенных проверок. Натомість, если он не смог проконтролювати позицію Бондаря з приводу направлення рапорту, відповідно, він мав можливість також реагувати на вказані порушення. Останні вказаних дій не вчинив. Адвокат Валерия Дяченко с этим не согласен и заявил, что обвинительный акт не содержит четкой формулировки, в чем конкретно обвиняют его подзащитного. Формулировка, что он не выполнил свои обязанности. Вот. Ну, я скажу вам прямо, статья, которая ему вменяется, это бланкетная статья. Она подразумевает собой нарушение каких-либо законодательных нормативных актов. В данном случае в обвинительном акте не указано, что конкретно он нарушил. Поэтому обвинение человеку должно быть конкретизировано. Свое решение по заявленным сторонами ходатайствам суд огласит уже на следующем заседании, которое состоится 4 мая.